Мы вас приветствуем на нашем канале, в эфире «Солнечная Хорватия». И вот посмотрите, прямо возле нашего жилья здесь пасутся овечки. Овечки, это прямо Израиль у нас на глазах. Посмотрите, вот они, овечки и маленькие барашки. Посмотрите, какая картина. Красотища. Это прямо просто сказка. Райская сказка. Посмотрите, какие они хорошенькие. Посмотрите, какие красавцы. Это земля обетованная, земная обетованная земля. Посмотрите, с каким аппетитом они уплетают. Каким аппетитом они уплетают. И здесь люди... Листья дубовые. Наверное, они здесь люди попивают молочко овечье. Вот у них шкурочка, гляньте, какая красавцы. Мои ласточки, хорошие. Красавцы, да ты что? Какая красотища. Побежали. Я тут уже молчал, ничего не говорил. Но это замечательнейшие кадры. А вон они на деревце напали. Вон они. Напали на деревце. А это дяденька наш, сосед. Это его хозяйство. О, красотули. Это в Кускулине, там, где мы живем, рядом. Да, вот мой гид говорит. А мы сейчас только с работы приехали. Вот наш автобус. И увидели этих овечек. Вот наш фирменный автобус Агролагуна. Да. С суперводителем. Дамир. Дамиром. Замечательный человек, очень хороший водитель. Это типа как село Фушкулин. Да, это туда как раз идти до нас. А вот рядышком тут замечательнейшая картина. Прямо здесь пасутся овечки. Настоящие овечки. Ну, на сегодня все. Огромнейший дуб. Огромнейшие дубы. Какие раскиди. Здесь в Хорватии вообще все огромнейшие. Ну все, всем пока-пока, чао-чао, до встречи на нашем канале в следующий раз. Нам самокатик. Смотри, куда пошли.